Всем привет, с вами Дэвил и Даниил Кат, поздороваюсь. Привет. Сегодня мы будем играть в игру под названием Heroes Shop вроде, да? Или Shop Heroes. Вообще не важно. Сегодня мы будем изготавливать вместе с нашим персонажем мистер Бобёнок, который там это на заднем фоне. Блин, а мы... Ё-моё! Я нож-то не изготовил! Да прикинь, я нож не изготовил, а начал это... к этой девушке приставать, там, говорить, типа, там, это... Ну, купи нож, купи, мол. Как жаль, она говорит. Да крафтится ваш нож, успокойтесь, мадам. А чувак говорит, Бора, браться за работу. Бора. Мне что, пора браться за работу. А он с большой буквы это написал такой Бора браться за работу. Как насчет того, чтобы сделать трость? Брат за работу. Баратон. Сейчас мы трость сделаем. Сделаем бот, без проблем. Кстати, я не представилась. Меня зовут Катерина. Ну ты, Катька, дура, блин. Только сейчас это начала знакомиться. Как тебя зовут? Ну ты, блин, дура, Катька, вообще. Надо сначала было вообще представляться, там, знакомиться. Меня зовут Лишайник. Лишайник тебя зовут? Хорошее имя. Благородное. Чем больше магазин, тем больше в нем места. Логично. Катя, дурочка. Наша Нюрочка. О, тут прикинь, тут нашу героиню можно изменить. О, мы можем пол поменять. Ха-ха. Она фига. Ты прикинь, ё-моё, получается, наш персонаж это был рожден женщиной. Мы ему пришили, значит, огурец, и все, мы его сделали мужиком. Тут получается у нас все вот именно так, как преподносит в игре. Потому что они могли бы сразу бы спросить, хотите мужика, хотите женщину там, все дела. Хотя что-то я уже немножко привык больше к женщине, потому что она на самом начале была. Ну ладно, у нас будет Дэвил младший, он будет у нас это... Будет у нас крафтить вещи. Так, все. Кстати, товарищи покупатели, а вас это не смутило, то, что на ваших глазах только что женский персонаж вдруг стал мужчиной, прям? Ну им вообще насрать, видно, да? Ну, вообще насрать. Кстати, смотри, что-то вообще нелогично. У них в руках, смотри, посох. Вот у мага есть посох, и он просит посох. Он дурак, что ли? Его посох намного лучше даже. Ну ладно, открою. У нас сейчас open case, ребят. И у нас выпала безупречная железная каска. Какой-то типа редкая такая каска, крутая каска. Ну, нужен этот трость. Он все время приходит, я ему даю, и он забирает и уходит. И опять приходит. Зачем это ему? Да дурачок. Я, кажется, понял. Он, походу, вот в чем прикол-то игры. Эти, значит, гады наживаются на нашем труде. Получается, они покупают за гроши наши, так сказать, труды и продают им еще там куда-нибудь на базаре. Они хитрые гады. Ты же видишь, они сразу это убегают такие, значит, в кусты. Там свой бизнес это открывает, продают все и. Ко мне тут некий лучник пришел. Все. Но они хитрые гады, они перепродают. Вот вовремя мы их и раскусили. А что тогда делать, если они нас используют тут, падлы? Повышен уровень, ты получаешь 5 алмазов. Спасибо большое. О, пакет новичка, донат. Фу. Только зашел поиграть, посмотреть на игру, сразу донат тут пошел. Это нехорошо.
Вот сучок, это, косоглазый, а. Ха, алсо, что-то там пишет по-английски. А, это типа это, не переведено. Вот мы это, начало игры вам переведем, вы это все скушаете, а потом дальше вам вот такая вот жопа придет. Наценку, падла. Это косоглазая сволочь думал то, что я бесплатно все отдам. Ни хрена подобного. Слушай, мне эта игрушка нравится. Все, делаем 100 серий по ней. Охрененная игрушка. Просто это не знаю, это симулятор самого настоящего просто покупателя. Я сейчас магу приложу дубинку. Радуша отремонтирована, и все благодаря... Все благодаря тебе, блин. Вот Катька дура пошла в задницу, из-за тебя плохо прочитал. Мой маг купил дубинку. Дурак купил дубинку, я понял. Пойдем со мной в город, я покажу тебе местные заведения. О, я дошел, походу, до мультиплеера, если это он, конечно. Вроде я видел, типа это и есть мультиплеер, разве нет? Да вы что, охренели, что ли? Тут нет мультиплеера. Чё, падлы? Сколько вы хотите? Э, вы чё, все мои баблинские туда кидать? Я ратушу отремонтировал, ура! О, игроки, приглашать других игроков можно начиная с 5 уровня. Слушай, ты как будешь у меня в магазине работать? Я даже не знаю, наверное, тебе тоже бабло будет идти. Я не знаю, как тут все сделано, но что-то тут по-любому должно сделано быть. Чё, наверное, на этом серию можно заканчивать, да? Как думаешь, вторую серию вообще будем делать? По этой игре. Не знаю, если понравится. Ну ладно, посмотрим. Если тут мультиплеер нормальный, то вторую серию мы запишем и на этом тогда все. Эта игра скажет нам пока. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Даниил Кат, который совсем сейчас попрощается, да? Да, всем пока. Ну и Дэвил, всем удачи, всем пока.